В Доме Российского исторического общества состоялось юбилейное заседание Российско-Австрийской комиссии историков. Она была создана 10 лет назад по инициативе министров иностранных дел России и Австрии в целях укрепления межкультурных и гуманитарных связей между нашими странами. На встрече было презентовано учебное пособие по истории взаимоотношений России и Австрии. Оно предназначено для учителей средних школ и уже увидело свет на немецком языке. За 10 лет историки и архивисты двух стран совместно реализовали множество исследовательских и образовательных проектов. Это и научные издания, и летние школы для молодых историков, и создание персональной базы данных о более чем 60 тысяч советских граждан, погибших в Австрии в годы Второй мировой войны. Мы хотим продолжить работу по вашим военнопленным в Австрии и по нашим военнопленным в России. Это второе. Третье. Дети войны у вас и у нас, они еще существуют, и это очень острая, интересная тематика. Академик Александр Чубарьян со своей стороны подчеркнул, что подобные встречи историков двух стран являются важной частью научной дипломатии. По-английски science diplomacy. Наука для дипломатии. Дипломатия для науки. И наука в дипломатии. Я бы сказал, это роль экспертного сообщества в международной ситуации. Оно играло очень большую роль, между прочим, в переходе, в окончании холодной войны. Именно на экспертном уровне готовились предложения, рекомендации, потому чтобы оздоровить климат. И сейчас мы в этом нуждаемся еще больше, чем когда-либо.